Так, ну что, почистил. Более-менее там-то он слетит сюда. Хватит. Минут. Раз. Все. Конечно, на крыше там вообще жесть. На крыше там жесть. Тут так. Здесь он все вымыл. Газель. Го. Го. Го-го. Вот тебе и го-го. Сунул крышу. Документ. Сдали снега, вот вам снег. Сидим, выбастер работает. Подождем чуть-чуть. Он уже идет, все, посмотрим. Так, заправиться надо еще. Время 11:38. Так, едем, сейчас заберем всю нашу банду, едем в Каширу. Каширу 2. Необычный там сегодня переезд такой. Все узнаете чуть позже. О, щелкнул. Ну давай. Затарахтело. Затарахтело моя. Сейчас поедем, ох ты, с крыши как лететь будет. Покажу, сколько там говна. Говна, снега, во. И вон акула осталась. Да, все завалены. Дороги хоть чистят. Вон он. Чистильщик. Ладно, что, греемся. Да включимся. Так тронусь, или как уже приеду, не знаю, посмотрим. Да, все, тронулся я, короче. Ну, дорога такая. Каша, сейчас, ох, сейчас полети. Снега у меня там охренеет. Вьюга началась. Летает под снег. Молодец, там чувак сзади в шоке. У него метель началась. Метель. Вот она зима. Снежком подзабросала. Прям за день, за два дня закидало, как обычно оно и бывает. Да. Лежачий, стоячий. Непонятно. Так, солярки, надо сюда заправиться. Ну ладно, включимся, что дорогу снимать. Доеду, да включусь. Кушонка тормознул, клан тонированного. А вон Алёша бежит. Вот он и Лёша наш, товарищ. Здравствуйте, добрый вечер. Все, погнали, ладно. Товарищ. Я думал, это я товарищ. Меня невозможно отоварить. Я знаю.
все будет. Это красный глаз. Заходим. Красный глаз, да? Красный глаз. Да, приехали, короче. А я отключил эти. Здесь три лампочки горело, чтобы с лампочку. Ой, блин, я вообще не упал. Что не упал? Какая же хуйня, чуть тебе ебало на размер. Фу, этот подъезд сидит кошачий. Пятый. Кошачий мочу. Пятый. Да. Пятый. Сейчас у тебя все выйдет, не всегда в таких. Сюда и сделаем. Не выкидываем ремонт. Сталинки. Ленинки, Сталинки. Показывайте объект. Так, вот из этой комнаты все дрова, включая вот это, вот два мешка мусора и вот это вот. Вот это не трогается. Вот это вот все ваше. Вот это. Вот это, вот это и вот это. Все, что в этой комнате, кроме вот этой тумбочки, мы забираем. Да, да. И диванчик из маленького. Смотрите, пожалуйста. И все. Так, и диванчик. Вот этот маленький, да? Да. К сожалению, скрутить моего... Не, его не сильно. Да. Так. Да. Он все промеет. Блин, проем. И все. Вы так пойдете или вам дать скотч, чтобы перемотать? Да, у нас скотч. Да лучше, конечно, есть? Да. Есть? Да. Есть? Да. Давайте, пожалуйста, если есть возможность. Вот так вот. Это самое, ладно, как вам удобно. Просто не стали без вас скотч, чтобы там... Все понятно. Ну. Короче, утилизация. Утилизация мебели. Везем мы это все на свалку. Талон я уже взял, но обойдется нам в 1000, наверное. Никакой в 1000 рублей, 800, наверное, чтобы это все отдать. Рублей 800. Нормально, нормально. Сейчас будут таскать. Скотч не будут таскать. Так. Нажать. Нажал. Припереть мешком, что ли? Вот, мешочком припрем. Так, и веревка эта болтает. Пауки тоже надо. И прорезал все. Все ее прорезал. Так. Заебал сетину. А? Заебал сетину, когда уже не стыдно. Ну не знаю, ну минут 30 точно. Да, да. Так, ну ладно. Такие вот дела. Я думаю, дома.
можно быстренько дело сделать. Сделаем где-то так. Вы знаете, я вот на эту ручку тоже, можно еще? Ага. Сматываю их вместе. Ничего, ты вдвоем. Не, ну мы этот, за нас не переживайте. Ну как не переживать? Пятый этаж. Смотри, чтобы не поехал. Нормально? Да, несется? Да, провода вы крутите здесь, что вы делаете? Все, сучить надо всему еще. Конечно. Бать, ну я же на хлад вижу все. Я говорю, а что надо носить? Начальник идет, все скажет. А здесь как-то это... Ну, потому что неправильно. Квартира тут живут. Жарко что, да? А у тебя это не убрали-то? Может, на... Чашку собралась. Забыл. Ну лучше. Ты прям ходи. Ты прям пройди. Приходился. Чашка со мной лучше, блядь, 4. Таких сделать, чем, блядь, 10. По мелочи. 10 по мелочи. Ну, на самом деле, мы заебемся больше подниматься. Да есть. Есть такое? Я не знаю. Не, Вован, ты сам говори, мне это все равно, как сейчас скажешь. Хочешь, по 3 детали будем носить. Да просто это, без верхних надо было идти, да и все. Вся хуйня выходит. Давай, давай. Выйди. Нахуя. Вот здесь, да, здесь ящик. Вот заказывайте игрушек из профессионалов. У которого штаны, ёпта, по колену уже посыпали. Да, далеко не надо. Во, потом, бля. Окна. Снегом умойся вот так. Не, еще рано. Пятый этаж всегда жестко. Не, ну пятый это еще не жестко, но вот когда... Ну, бля, ну когда габарит выносишь, пятый, ладно, можно вывезти. Согласен. Да лучше шкафы вот так вот таскать, чем их целые тащить надо. Я там столько Леха надышал, я им там столько надышал, они даже этот балкон открыли, походу, дело. Да ладно. Я их напоил всех. Ты туда не заходи, то сам пьяным будешь. Честное слово говорю. Варя, послетал все. Ты знаешь, сколько у меня там было? Я сейчас ехал, чувак сзади меня охеревал. Бля, все, кто... Ну, пиздец.
шапка, да? Ну. Ох, ой-ой, Леха, Леха, Леха. Так, вот сюда засуну. Нормально. Вот тебе, кажется, один там писал, что ты врешь, что ты работаешь по ступину. Сам живешь в кошере, конечно, так и не понял его предъявы. Вот тебе кошера. Че? Я работаю везде, где есть работа. Где есть работа, там я. Такие вот здесь улочки снежные. Ладно, включим. Я просил, открой дом для нашего балкона. Конечно. Все услышал, узрел, да? Ну и что там, дохера? Очень, еще горит соседняя квартира. Да, мы с первого этажа сказали, нам бы давай ехать, нахуй, нужно плату там, кто-то. Я говорю, сейчас не критерию маску на первом этаже. Все нормально. Восьмой. Пиздите, да. Сколько мы вам? Соточка? Ебанули этажи. Соточка уже. Сотен пять. Первый сотен канал пять. Приехал. Слушай, давай не так сразу, так что взяли, принесли. Да, мелочь вынесли, могу. Скоро помощь. Пускай дежурит. Мы сейчас все вытащим за вас. Вот это пол. Погиб. Вот это пол. Посмотрим, стекла, хуёв. Ну, стекла. Да, ну, мы, блядь, это... Всю хуйню так вот длинную все вынесли уже. Ну, шкафу я съеду. Накидали барахла всякого. Ху-ху-ху, целая стенка. Целая стеночка. Опа. Ну, осталось чуть-чуть. Осталось чуть-чуть. Шумит. Где он есть? Наконец. Не смей спать.
А у меня щит вертикальный. Вот, все, вот так вот. Вот так, наверное, Капитан Америка. Капитан Дверь, ну все хорошо, смеси, я вышел в ванну на самом деле. Та-ра-та. Он тогда будет легче. Ну, вот их неудобно. Нести их неудобно, а сами по себе. Нет, а так унесу вино. Вот единственное, что курю, ну они, в принципе, ничего не весят, конечно. Вот только вот это у меня, она вообще снимается. Так они разбираются вот две половинки. Ага. Но у меня есть только пассатижи. Да, у нас инструменты есть. Да, если хотите, не вопрос. Они вот сами. Вот этот не очень тяжелый. Самые тяжелые вот эти вот разборные системы, они с металлическими ножками. А так это вот. Ну все. Вот не утекает. Чуть-чуть. Да. Да. Есть. Опа. Стекла. Сюда говорят, что на пятом этаже слышно, блядь. А ты что там, блядь, к соседям зашел? Здрасте, привет, это тайт нужен? Нет? А то сейчас снег расставит. Тайт. Фанера херела. Ладно, все. Че такое? Ждем. Надо ответ от фигни включить, как она включится. Можно? Прямом не идем. Шоптезер. Тизер-мызер. Ну ладно, ждем. Так, ну что, загрузились. Вон, Алёша бежит. Все, едем на свалку, короче. Потом включусь. Не буду показывать свалку, фигалку. Вот он, видите. Опять попался. Бля, у тебя что тут, блядь? У меня что? Снегурочка была, что ли? С Дед Морозиком. Все, ладно, поехали дальше. Все, ребятки, добрался я до дома. Ну как, до стоянки. До парковки. Не знаю, мне так надо дать будет. Вот так. Работали, пока всех развез. Туда-сюда. Пока на свалку, пока отдали. Там еще геморрой. Сначала не хотели брать. Но взяли. Как бы
что? Ну, прошел так вот день. Ну, как день? Поработали мы 3-3,5 часа. Чуть подзаработали. Как бы нормально. С вас просмотр, лайкосик, подписка. Не жлобите. Поддержите меня лайкосиком, подпиской. Это для канала сейчас очень-очень важно. Чтобы люди начали смотреть, подписываться. Чем дальше, тем интереснее контент будет. А чтобы был контент, нужны средства. А чтобы были средства, нужны подписчики. Чтобы было много подписчиков и рекламодатель дал рекламу свою и заплатил за это денег. Будет много-много интересного тогда. Сейчас пока вот так. Как-то вывозим потихоньку. Работы сейчас январь. Конечно, не особо, но сейчас вроде начинают потихоньку-полегоньку. По чуть-чуть. Звонят, спрашивают, узнают. Как бы... Что еще сказать здесь? Поддержите меня. И все будет нормально. Как бы вот так, вот такой вот видосик. Припарковались. Нормально, снегу. Ну, нормально, поднавалило. Стало, надеюсь, кому мешать никому не буду. Ну, объедут. Всем еще раз спасибо, кто посмотрит, прокомментирует, поставит лайк, дизлайк, без разницы. Мне важно любое мнение, как, что, как с новой камерой, как оно. Снимал клиентов, ну так, грубо говоря, из-под тишка. У людей, да, я смотрю, они там в черных повязках, там трауры, им стол, конечно. Что такое? Салют бахает. Ну, как бы вот так, все, ребята, всем спасибо. Еще раз всех с Новым годом. Скоро крещение. Кто купаться будет, кто не будет, кто купался, пишите. Много-много пишите. Наберем 1000 подписчиков, разыграем, ну, придумаем, что разыграть. Как бы, ну, вот такой вот видос. Как бы, всем спасибо, всем пока. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.